Более 350 участников и только важнейшие темы. В Киеве завершился ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии. О ключевых месседжах финального дня главного события месяца расскажет Инна Томина. Именитые спикеры, влиятельные гости. Уже три дня в Киеве обсуждают глобальные вопросы. Безопасность, коррупцию и реформы. Среди гостей и участников форума влиятельные политики, дипломаты, бизнесмены и эксперты. Celebrities – это фишка Пінчука. От він завжди дивує. Главным сюрпризом на форуме ЕС стал известный астрофизик Стівен Хокінг. Вчера он появился перед публикой в виде голограммы. Рассказал, почему необходимо заселять другие планеты, создавать колонии на Луне. Знаете, вот такий контраст. Буденні, іноді дріб'язкові справи наших політиків, такі інтриги, конфлікти Верховної Ради і космічні масштаби тих викликів і проблем, які стоять перед всім людством. Но это было вчера, а сегодня же речь зашла не об искусственном интеллекте и космосе. Обсуждали реалии украинской жизни. Я пришел для того, чтобы насамперед, честно скажу, послушать премьер-министра. И послушать было о чем. Владимир Гройсман рассказал о ситуации в Украине и ответил на острые вопросы о коррупции, реформах, бизнесе и об инвестициях. За останній рік ми зробили ряд конкретних кроків міцних і антикорупційних. Я сказав про те, що ми дерегулювали енергетичний сектор. Тепер ніхто штучно не встановлює ціни на газ всередині країни. Це дає можливість дуже міцного антикорупційного кроку. Ми запровадили з 1 серпня, в минулому році я про це говорив, ми запровадили систему Прозоро, систему державних закупівель, яка завжди була закрита від реального бізнесу, яка завжди була корумпована. Ми планували і запровадили електронне декларування. Ми відкрили всі бази даних, що стосується в тому числі і бенефіціарів, що сьогодні можливо прослідковувати, хто чим володіє, в тому числі і чиновники. Ми почали масштабну дерегуляцію. Ми маємо швидко створити інструмент, який дозволить здійснювати правосуддя над корупціонером. Це є важливим елементом. Як це буде називатись? Комісійна антикорупційна палата суду незалежна. Антикорупційний суд не має значення. Коснулись теми безпеки, в частності говорили о мировій підтримці України в боротьбі з російською агресією і європерспективах країни. Украина никогда не должна превратиться в забытый уголок ЕС. Есть здесь и для нас важный урок, особенно в нынешние времена. Этот момент, когда вызовы для Украины кажутся непреодолимыми, а враждебность угрожающей. Но я скажу народу Украины, не сдавайтесь. У вас много друзей, много тех, кто вами восхищается и не просто желает успеха, а помогают. Кроме того, на форуме главный украинский дипломат сделал решительное заявление о россиянах в составе миротворцев ООН на Донбассе. Мы считаем, что ни в коем случае, поскольку Россия, как страна-агрессор, если она еще присутствует и в миротворческой миссии, то это просто сносит крышу. С каждым годом градус дискуссии во время проведения ЕС повышается, констатируют участники. В этом году мне очень понравилось именно спикеры, именно организация, неформальные контакты. Помимо коррупции, бизнеса и политики не забыли и о высоком, об искусстве. В Киев по приглашению Пінчук Арт-Центр приехала всемирно известная сербская художница Марина Абрамович. Украинской публике она представила авторский метод Абрамович. Это мой вклад для общественности. Если ты хочешь изменить себя, ты можешь это сделать. Я даю им инструменты. Один из них – взять свои часы, телефон и компьютер и избавиться от них. Технологии отбирают наше время. Время побыть наедине с собой. Нужно обеспечить для себя полную тишину, чтобы все сенсоры были задействованы. Вот на такой творческой ноте 14-й форум ЕС в этом году и завершился. А публика теперь с интересом ждет, чем удивит Ялтинская стратегия в следующем году. Инна Томина, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.